Эх, картошечка, какая у тебя сухая, чистая. Да. Почем кило-то? 40 рублей килограмм. Ну вы даете. Чего? Это что же, 40 рублей кило? Слушай, ты знаешь, сколько сейчас солярка стоит? Ты знаешь, сколько сейчас удобрений стоит? Я с утра в поле. В поле ем. В поле сплю. Ага, так я тебе поверила. С утра до вечера он в поле. Слушай, так я тебя знаю. Точно. Ты Верки Косой сын. И живете вы в центре, и дом у вас рядом с метро. Че ты орешь? А картошку твой папаша с вокзала у деревенских прямо на остановках скупает. Спекулянты, вот ты кто! Слушай, знаешь что? Чего ты орешь-то? Иди давай. Все, до свидания. Орешь. Чего? Что? Сыночек. Чего? И знаешь, какие сейчас пенсии-то? И вот зарплату задерживают. Да. А че сразу спекулянт? Сыночек. Что? Может, по 20-то уступишь, а? По 20? Да. Ну, давай. Пару кило сброшь. Какие пару кило? Чего? Я у тебя сейчас все куплю. Значит так, у тебя 4 мешка по 40, да? 4 по 40. По 40. Так. Отлично. Значит, 2 ведра по 5. И это будет... Значит так, с килограмма... Точно. 830 рублей 60 копеек. Yep. Вот тебе, давай. А я что тебе говорю? Ты иди погуляй, ты же молодой человек. И денежки пересчитай. Да не надо мне деньги. Денежки любят порядок, счет любит, все любит. И спасибо тебе. От пенсионерки тебе огромное спасибо. А кому картошечка? 50 рублей за килограмм! Чего ж так дорого? Чего? А ты ее ростила? Да я... Ты спин-то ломала? Да я нормально. А ты меня на жалость не бери. Не бери меня на жалость. Спекуляция. Чего? Спекуляция. А спекулянта слышу. Привет, кто-то дармовщинку-то. Эй, красавица. Чего? Оптом все возьму. Что говоришь? По 45 оптом. Все оптом? Точно. По 45? Да. Уступлю. Ай, молодец. Вы знаете, какие сейчас маленькие пенсии. А зарплату задерживают. Бича, ты знаешь, сколько сейчас капуста стоит, а? Знаю. Картошка, производитель, рассыпчатый, хороший, за 60 рублей. Подходи, дорогой.